Всех приветствую. Сегодня 14 мая. Это Кременчук, Полтавская область, Украина. И хочу показать такие два сорта. Названия похожи, но они совсем разные, я считаю. Этот кустик у меня третий год. Я жду от него сигнального урожая в этом году. Это Дашуня. Дашуня — женский тип цветка. Селекция Вишневецкого. Срок созревания у него 110-120 дней. Рильская пара, даже не пара, а тройка. Талисман на ризомат и на кишмыш лучистый. Морозоустойчивость 23 градуса. Укрываю, как и все, землей. Мускатный вкус. Вот второй рукавчик. Маленький пошли. Ну, что-то будет, я думаю. Что-то тут уже пойдет. Ягоды 12-15 грамм. Грозди большие, ну в среднем 700 килограмм. 700 грамм килограмм. Розового цвета. Это мне подарили. Саша Гмыря подарил. Пусть будет. С одной стороны две Аркадии, с другой стороны две Аркадии. Я думаю, с опылением проблем не будет. Это у нас Дашуня. А это у нас такой сорт, гибридная форма, Крайнова Виктора Николаевича, как Дарья. Дарья уже поздновато сажать, но все равно посажу. 14 мая, самое лучшее в апреле, в начале апреля. Ну, честно, сейчас уже то, что осталось, и цены ниже, ну и такой азарт своеобразный. Мускатный аромат, что еще про него можно сказать. 105-115 дней, рильская пара, кеша на дружбу, грозди 500-700 грамм, ягоды 12-16. Видите, уже корень, чтобы не подсыхал, так замотали с грунтом. И мне побеги зелененькие понравились, так что я думаю, что все у него будет хорошо. Ягоды, сказал, мускатный аромат. Да, некоторые говорят, а идем не... Чуть-чуть хватает. Ну, посмотрим. Будем прорежать, обрабатывать. Морозоустойчивость 23 градуса. Зеленый, такой желтый, янтарный цвет. Цветок обоеполый. Вот такая у нас Дарья пойдет у нас. Садится поздно, но уже поздно, чем никогда. Вот и все. И наша Дарья посажена. Хотя и поздновато, но думаю, что все будет хорошо. Всем желаю удачи, хороших урожаев и, самое главное, мира.